Здравствуйте. Сегодня я получила корм магазина «Шиншилка» «Оптимил». Ну, что я могу сказать? В принципе, корм производства Украины, фирма «Кормотех», премиум-класс, гипоаллергенный, с лососем. Смотрим на упаковку. Упаковка без повреждений, тель. Целое. Что нравится, удобная клипса для легкого расстегивания, застегивания. Очень удобная. Корм для крупных пород собак. Смотрим внимательно. Макси. Очень хороший состав. Не первый раз мы уже заказываем в магазине «Шиншилка» и корма, и амуницию. И всем довольны. Сроки, как видите, хорошие. Товары соответствуют упаковке своей. Мы довольны качеством обслуживания. Также нам сделали очень приятную скидку. Как раз мы купили корм, он по акции шел. Минус 50%. Ну, как видим, что корм не просроченный. Сроки вы сами видели. Качественный. Так что это очень приятный бонус от магазина «Шиншилка». Сейчас посмотрим, какие гранулы. Корм открыла. Смотрим гранулы. Поскольку корм для крупных пород, гранулы достаточно крупные. Чтоб собака не давилась, стараемся выбирать корм, соответственно, свои размеры собаки. Потому что маленькая собака не может разрезать такой корм. Ну, поскольку он покупался для немецких овчарок, он просто идеален. Не сухой, в меру влажный. Запах приятный. Сядь. Девочки кушают его с удовольствием.